В Ульяновске наградили маленьких изобретателей. В очном формате конкурса исследовательских работ приняли участие 42 юных ульяновца. Работы касались самых разных тем. Например, Амир Аминов из детского сада номер 101 сделал проект «Футбомир», где наглядно показаны правила игры. Вдохновили его на это друзья, которые раньше в футбол не играли. Плакат я сделал из большой бумаги. Работу Амира оценили по достоинству. Он занял первое место. Его и других победителей и призеров торжественно наградили. Помимо ульяновских детей принимали участие и ребята из других регионов в заочном формате. В этом году было подано рекордное количество заявок от соседей – 478 из 27 регионов России. В планах организаторов вывести конкурс на всероссийский уровень. Перед нами сейчас стоит задача вывести конкурс на федеральный уровень. Я думаю, что у нас это получится, поскольку с федеральным министерством мы уже проводим эту работу. Также на церемонии награждения подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Министерством просвещения и воспитания, Государственным университетом и Институтом развития образования. Юлия Адамова, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.